Ну, а это у нас второй вариант подставки под ноутбук. Этот вариант немного отличается от того варианта, который вы видели раньше. Здесь находится жесткая металлическая стойка, которая крепится двумя точками к креслу сверху и снизу. Затем идет шарнирная часть и, собственно говоря, сама стойка, которая переходит в подставку. Подставка представляет собой решетку, очень легкую, и снизу идет упор. Также на подставке расположена площадка для мышки. Вот. Устанавливаем сюда ноутбук. И таким же образом пользуемся, как мы пользовались предыдущей подставкой. Также никакой нагрузки на ноги, хорошая вентиляция, соответственно, компьютер не зависает. И он как будто бы висит в воздухе. Абсолютно вам не мешает. При необходимости выйти, вы спокойно отодвигаете его и выходите. Таким образом, вы увидели два вида подставок под ноутбук. В принципе, такую подставку можно разработать, изготовить под ваше любимое кресло или под ваш любимый стул, если он достаточно жесткий. И мне видится, что возможность есть такая — создание определенной сервисной службы или выездной бригады, которая бы приезжала к вам, замеряла ваше кресло, затем изготавливала чертеж, вы его согласовывали, и мы приступали к изготовлению данной подставки. Вообще, эту подставку можно сделать и к дивану, и даже к кровати. Но я вам этого не рекомендую. Это вредно для здоровья. Спасибо за внимание.